Итак, представляем соперника 52-го поединка нашего вечера в рамках весовой категории до 77 килограмм. И это полусредний вес. Справа от меня, в красном углу клетки, боец, из которого составляет 77 килограммов ровно. Его бойцовский стиль — это бокс. Его имя — Максим Соколов. Его соперник стоящий слева от меня в синем углу клетки. Его бойцовский вес также 77 килограмм. Обладает стилем рукопашного боя. И его имя — Магомед Шайхинов. Рефери на поединке — Андрей Ануфриев. Досрочную победу одержал боец из красного угла — Максим Соколов.